ничего, поешь, мы тоже плохо-то. А вы не бойтесь, здесь так много народа, никто не заметит. Да нет, я уезжаю. Как уезжаете? Уезжаю из Москвы. Из Москвы? В такой день, и вам не стыдно? Володя! Гражданыч, надо бы в очередь. Внимание! Поезд номер 6 Москва-Владивосток отправляется с 4-й платформы. Я уезжаю этим поездом. Я тоже уезжаю этим поездом. Вы, конечно, тоже уезжаете этим поездом? Да. Счастье будут уверять, что не уезжают этим поездом. Что ж поделать? Кто-нибудь не успеет послать телеграмму своей дорогой супруге? И вы успеете послать телеграмму своему дорогому супругу. Угадали. Если бы я была мужчиной, я бы, вероятно, уступила женщине очередь. Да, но когда женщина действует так... Нахально. Я хотел сказать энергично, но можно и так. А вы, кажется, человек сговорчивый. Володя! Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Володенька, подними-ка вещи наверх. Вряд ли мне уступить нижнее место. Позвольте, я только что хотел бы уступить, а вы так спешите. Не учтите, я еду до Владивостока. Ну, и я, как удачно. Значит, попутчики. Разрешите, я помогу. Смотрите, будете потом злиться на меня всю дорогу. За свое великодушие. Кто я? Что вы? Да мне столько злости не хватит. Тем больше, это не моя полка. Ах, вот почему вы так любезны. Это полка моего приятеля. Но поверьте, он будет только рад. Я выйду на платформу. Серьезные? Молодая. Коля, черт, я же жду, волнуюсь. 3 минуты до отхода поезда. Дела. Задержался вы, контр-адмирал. Каких дьяволу дела в такой день? Ты хоть видал, что на улице делается? Дождался народ победы. Гуляй. Гуляй. Ну куда ты дорогишься? Ну пожили в Москве денечка 3, погуляли бы вдовы. Эх, неугомонный ты парень, Коля. Нам с тобой гулять еще рано, рано. Что это моя полка? Была твоя, да я уступил. Но обидно, что такой день уезжать из Москвы. Такой день, брат, только помирать обидно. А что, это пожилая женщина? Да. Собственно, не совсем пожилая, но, знаете, нервная такая, знаете. Я тоже с одной повоевал на телеграфе. Да? Узнаю, товарищи. Загрустили. С любимым прощались? С любимым. Тут не навек же. В такой день грусти грешно. Да и любимый ваш какой-нибудь барышню приглашает танцевать на площади. Прошу знакомиться, мой друг. Пожалуй, знакомый. Разрешите? Я, кажется, и здесь заняла ваше место. Но ваш товарищ сказал, что вы будете очень рады. Вы рады? Вы уж заметили, что я человек сговорчивый. Откроем окно. Давайте. Ну
Лучше пересесть сюда. Там дует. Так наказывается упрямство. Ну, не будем огорчаться. Давайте-ка лучше, друзья, товарищи, выпьем бутылочку пинца. И за победу, и за наше знакомство. И за счастливую дорогу. Верно. Только я пойду приглашу нашу соседку. Добро. Только видно ли какой такой непьющий? Она похожа на учительницу. Значит, та самая? Та самая. Интересно. Хочешь поухаживать? Могу уступить. Уступить? Я с ней первый познакомился. Ты что ли, Коля, ты с ней первый поругался? А я сразу место уступить. Мое. А как же? А Марья Ивановна, оказывается, любит смотреть в окошечко. Ну, мы спасаем окошечко. Ой, спасибо. Мы почему-то решили, что вы учительница. Чайку не желаете? Нет, чайку мы не желаем. Стаканчики мы желаем. А я и есть учительница. Да? Ну, нас угадать не приходится, а вот спутница наша. А угадайте, кто я? Артистка. Угадал? Угадали. Певица. Ну, Марья Ивановна, давайте выпьем и не смейте отказываться. Доставайте ваши кружки, товарищи. А я не пью. Ну, давно бросили. 60 лет. Узники какие. Не правда ли, а? Ну, доставай вино. Вот вам кружка. Ну, доставай вино. Где доставай? Так у меня нет. Налетело столько товарищей, да, ну, все вино выпили. У меня нет. Ну, ну ты не хитри. Дамы ждут, не выматывай нервы. Серьезно, ничего нет. Я забегал в гастроном, куда там гуляет народ. Ты что? Вот тебе и выпили. Стаканчики. Да нет, стаканчики мы не желаем. А вот чаю мы желаем. Товарищи, приглашаю вас на товарищеский ужин в вагон-ресторан Ромнов 23.00 по случаю победы. Прошу не опаздывать, чтобы не задерживать пассажиров других вагонов. Дамы, одевайте вечерние платья. Проходите, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите, проходите. Занимайте свои места. Благодарю. Граждане, пассажиры. И граждане-пассажирки, прошу вас поднять бокалы. Товарищи, у нас сегодня такой торжественный день, такой праздник, а у вас совпадение. То есть в том смысле, что праздник, а вы в дороге. Нет, у нас так частенько случается, но у нас служба, потому что ничего не сделаешь. А... Вот и решили мы собрать вас вместе, чтобы отметить этот день, этот торжественный день. Товарищи, прошу вас поднять бокалы. Давно подняли, руки не имели. Ну, совершенно верно. Да, товарищи, предупреждаю, ровно в 24.00 сюда придет другая смена пассажиров. Потому что, так сказать, каждому хочется отметить. Вот, поэтому я речей говорить не буду. Что? Ну да, правильно. Совершенно верно, без речей. Просто так посидим, поужинаем, поговорим. И, возможно, значит, как говорится, разойдемся. А мне говорят, это уж будет не мероприятие, а просто ужин. А я товарищ генерал, да? Может, вы за нас заступите? В общем, товарищ, я считаю, все ясно. Товарищ начальник, да? Простите, но вы говорите уже 11 минут. Да. Если бы нам не нужно было уходить отсюда, мы бы с удовольствием вас слушали весь вечер. Товарищ генерал, я с удовольствием бы кончил. Мы, понимаете, как... Разрешите мне? Пожалуйста. Я хочу сначала поблагодарить вас за то, что вы собрали нас всех вместе отметить День Победы. В праздники мы любим бывать на людях. Правильно. Так выпьем, товарищи, первый бокал за нашу победу и за нашего великого вождя, товарища Сталина. Сегодня его
сегодня тоже радостный вечер. Ура, товарищ! Ура! Что, какой же, может быть, такой умение? А вот уж весной что. Это же стихи. Да что вы, я даже не заметил. Едете в Хабаровске? Есть в Хабаровске? Идите ко мне, соскучился я по землякам. Хабаровцы? Нас больше. Ну тогда я к вам пойду. Одолели меня моряки. И наш прибор питания не задевает. Мы, брат, с моряками в дружбе живем. Расхвастались своим океаном, как будто бы они его выстроили. Дети сейчас, земляки, за процветание Хабаровского края. Выше бокал. Моряки за дружбу, за Тихоокеанский флот. Станем, моряки! Ура! Ура! Есть здесь Камчатки. Выпьем, братцы, за сибиряков. Они всегда были первыми и на фронте, и на заводе, и на пашне. Товарищ, товарищ, по порядку там нельзя, я не согласен. Если за тыл, начнем с Урала. Уральцы, чего же вы не уступать? За уральские заводы, за наших уральцев-стахановцев. Урал! Правильно! Ура! 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 Товарищи, мы из Омска. Мы из Омска. Омск – это хлеб, фураж, кожа, масло, мясо, лен, пенька. Вы еще не пенька. Погодите, товарищи, так нельзя. Ну как там все неорганизованно получается? Не знаю, за кого пить. Даже чтобы был порядок, то кто-нибудь один. Правильно, пусть говорят хабаровские. Ну, тише, товарищи, тише, погодите. Давайте по старшинству. Слово имеет... Марья Ивановна. Марья Ивановна, учительница. Да бог с вами, какое слово. Вот когда я была молодая, я ходила к Льву Толстому пешком в Ясную Поляну, как на богомолье. Очень хотелось узнать, есть ли на свете счастье. Или про него люди только придумали. И выходило, что счастье-то есть только на том свете. Я знаю, что зависть чувство нехорошее. А я всем вам очень завидую. Ведь мы как бы две жизни прожили. Старую и новую. И первая половина, лучшая, молодая, ведь она у нас ковырком пошла. А у вас жизнь новая, цельная. И идете вы все вперед и вперед, без оглядки к своей благородной цели. И теперь-то уж обязательно дойдете. И желаю я всем вам самого счастливого пути. Спасибо, Мария. Я здесь Камчатский. Здорово, земляшка! Хоть одну родную душу нашел. А я пошутила. Я москвичка. Москвичка? Тоже неплохо. Выпьем, братцы, за москвичку. Ура! Нет, петь одна. Петь одна, петь одна, петь одна, петь одна, петь одна. Вот так. Вот так здорово. Все такие милые. Люблю добрых людей. Не люблю злых. Борис Ильич, почему он так смотрит на меня? Он все время смотрит на меня сверху вниз. Когда от роста. Не от роста, а от гордости. Ага. Почему вы молчите? Почему не скажете речь? Не умею. Надо дерзать. А я вам очень не нравлюсь. Я этого не сказал. Но подумали. Аккордеон. А вы нам сыграете? С удовольствием. Ой. А какие вам женщины больше нравятся? Брюнетки или блондинки? А мне нравятся не очень разговорчивые женщины. А мне нравятся вежливые мужчины. Ого. Видите, Борис Ильич, он опять разговаривает со мной с высока. Я просто не понимаю, Борис Ильич, ну как вы можете служить в одном лоте с таким заносчивым человеком? Ой, я сейчас очень много говорю, да? Я говорю, даже больше начальника поезда. Товарищ генерал, почему меня не остановится? Я уже говорю 11 минут. А у меня такое ощущение, что я говорю 11 час.
товарищи пассажиры. Он опять говорит речь. Нет, не беспокойтесь, речи я говорить не буду. Я хочу только сказать, что время истекает. Мы прощаемся с Москвой. Перед нами путь большой. Здравствуй, будем знакомы. Дай мне руку, незнакомый спутник мой. Поем, друзья, путь далек. Дай мы поток. Пусть летит до океана. Вести, друзей, товарищ Алтаж. Ты подольше забереги все тепло моей руки. Знаю верному сердцу 10 тысяч километров пустяки. Поем, друзья, путь далек. Дай мне поток. Пусть летит до океана. Вместе, друзей, поезд идет. 24.00. Па-па-па-пам-пам-пам-пам. Родимою землю. Над полями, над тайгой. Житься, ветер победы. По простору нашей Родины большой. Поем, друзья, путь далек. Дай мне поток. Пусть летит до океана. Вместе, друзей, поезд идет все быстрей. Раньше мама мне тоже всегда подгибала одеяло. Вы ласковая, как мама. А вот он. Почему он со мной так разговаривает? Вы сами его все время подкалываете. Уж я не уступлю. Вас много баловали. Еще будут баловать, раз вы артистка. Артистка? Да. Какая я артистка? А вы поверили? А баловали меня, верно. Ну, это было давно еще в мирное время. Хотя меня брат до сих пор считает маленькой. Ну, муж ведь вас не считает маленькой. Муж? А я не замужем. А кто сказал, что у меня есть муж? По-моему, вы сказали. А разве вас не муж провожал? Брат! Он похож на меня. Танцы. А чем вы такая добрая? Как мама. У меня дочка 4 года на фронте. Марья, расскажите мне про вашу дочь. Входите, мы уже спим. Молодец. Давайте песни петь. Не хочу петь. Расскажите лучше что-нибудь. Расскажите вы. А то эти моряки могут рассказывать только про свои торпеды. Ну о чем же рассказывать? О семилетке неинтересно. О семилетке неинтересно. Расскажите про любовь. А вы там наверху не подслушиваете. Это было давно. Еще до войны? До первой германской? Ну, еще раньше. До японской войны. Больше 40 лет назад. И вы вышли замуж первый раз 40 лет назад? И в последний. И вы живете с одним мужем 40 лет? Марь вас. А это не скучно? Я, кажется, опять говорю глупости. Марь Ивановна, вы венчались в церкви? Ну, расскажите, Марь Ивановна. Ну, что же рассказывать? Вообще, когда старики говорят о любви, только смешно получается. Ваша свадьба поинтереснее наших старомодных. Верно. Моряки, расскажите нам про ваши свадьбы. Порядку. После вас. Ну, расскажите нам про вашего мужа. Где вы с ним познакомились? В вагоне. В
можно вам задать один вопрос? Я никак не могу понять. Вы послали мужу телеграмму в Владивосток, вы с мужем прощались в Москве. Какой вы недогадливый. В Москве прощалась с первым мужем, а телеграфировала второму. А какова же была ваша свадьба? На моей свадьбе я расскажу вам в следующий раз. Сам часок еще поспал. Я когда поступил во флот, к нам говорил один из сверхсрочников: ребята, не забывайте первую заповедь. От сна еще никто не умер. Еще в полях белеет снег. Запомнил. Привязался. Еще в полях белеет снег. Действительно привязалась. С утра мочать начинаешь. Обидно, что на тебя не обращает внимания. Милый Боря, она на всех обращает внимание. Не люблю таких. Да ты не люби. Всех любить сердца не хватит. Из тех дамочек, у которых в жизни одна забота. Нравится всем. Ой, ты что-то на меня напустил. Ну, выпил немножко больше нормы, только всего. Ну? Противно. Противно, когда молодая женщина говорит: мой второй муж. А ты любишь, когда она говорит: я холостая. Я люблю. Вообще все это не интересует, как прошлогодний снег. Там наша соседка не отстала бы. Дайте, пожалуйста, два бу. Подождешь до завтра. Приедет твой дальневосточный и поедешь мне к месту назначения. Ну, в крайнем случае будет вам одна. Много это две пересадки. Ну, да. Не надо ехать с пересадкой. И ждать не надо. А надо садиться на московский поезд, ехать в Москву и начинать все сначала. Как сначала?
Ну, дочка, сейчас мы с тобой чайком охлестнемся. Я тебя сейчас метком угощу. Что сказал, да? Что, Лилин, да? Милая, не слыхала, что ж передали мне на волосы уже? Я бабушку не разобрала. Не трогай ее, бабушка, мне такое несчастье. Никак обокрали. От поезда отца. А я гляжу и думаю, зачем молодой неопытной женщине на Дальний Восток ехать? Определяйтесь здесь на работу. Сами-то, небось, уезжаете? Никак нет, встречаю. От завода имени Фрунзе строителей встречаю. Возьми, милая, пятерочку. Спасибо, бабушка, денег мне не надо. Возьми, возьми, народ поможет, соберешь на билет. Деньги это мы мигом соберем. Снимай, пусть этот сейчас отъебать, так он первый, того понимает, на первый путь. Ну как? Говорил с начальником вокзала. Плохо пока. Так. Где начальник? Я бы вам так посоветовал. Здесь километр к 12 завод имени Фрунзе. Так. У них ходят заводские самолеты с грузом на восток. Так. Вас, как человека военного, могут прихватить. Вы с Балтики? С Балтики. Они ленинградцы, земляки, значит. Директор у них Никита Егорович, может, покладистый. Простите, вы давно из Ленинграда? Дней 10. Всего? А мы 3 года назад выехали, и мы только теперь возвращаемся. Девочки, Нина, ленинградец! Плавали мы тогда, значит, месяца так 2 с гаком. Выполнили там, что полагалось. Возвращаемся в Ленинград на рассвете. Тихо так. Рассвет только занимается. Исаки вдали, чернее. Купол не блестит, загрунтовали. И трубы-то гляжу. Дымят. Живет наш Ленинград. Да. Тут я взглянул на ребят своих. А у них слезы на глазах. Обнимаются. Черт не знаю, я вот это утро на всю свою жизнь запомнил. У вас курица? Да. Всяко бывало. Многое теперь восстанавливать придется. Восстановим. Свое, небось, не чужое. Тебе, видать, все расплюнуть. И восстановим. Тут главное, что люди наши через огонь прошли. И нет сейчас на земле такого человека, который бы нас, русских, не уважал. А если это настоящий человек, конечно. Иван, поезд 134 Ростову управляет. Что он сказал? Не скажет, не поймет. Нет, ну это просто невозможно. Посторонний вход воспрещен. Почему у вас радио так сидит? Это не радио сидит, это я сидел. Простыл на прошлый день. Перед тем не дают. Температура нормальная. А чем вы собираетесь передавать? По московскому. Все равно никто ничего не поймет. Дайте я передам. Да не сумеете. Сумею. Я выступала в Москве по радио на слете дипломников-отличников. И ни разу не сбилась. Где московский? Внимание! Поезд номер 23. Постойте. Свердловск-Москва. Постойте. Подходит. Да постойте, не включен. Включите. Внимание! Поезд номер 23, Свердловск-Москва, подходит ко второй платформе. Повторяю. Поезд
номер 23, Свердловск, Москва, подходит ко второй платформе. Пионеры, едущие в Артек. Это ваш поезд. Ребята, не выходите по дороге на маленьких станциях, а то еще отстанете от поезда. К чему эти пустые разговоры? Кто вас просит? Уйдите отсюда. Вы же советский человек. Почему вы не можете объяснить людям толково, ясно, вежливо? А что это даст? Женщины с маленькими детьми. Пройдите в комнату матери ребенка. Там вам будет удобнее. О поездах мы вам будем сообщать. При чем тут женщина, я вас спрашиваю? Уйдите отсюда. Вот подходит Вологодский. Вологодский, внимание, поезд на Вологду подходит. Да погодите, вы микрофон не включили. Я требую. Внимание, поезд на Вологду подходит ко второму пути. Бабушка, это твой поезд. Ты слышишь меня, бабушка? Слышу, милая, слышу. Не торопись, бабушка, успеешь. Не тороплюсь, милый, не тороплюсь. Что это за переговоры с бабушками? Меня же уволят. И правильно сделают. Посмотрите, какой у вас беспорядок. И неуютно. Да какой тут может быть уют? Что это, дача? Слушайте, я вас совершенно официально спрашиваю, вы уйдете отсюда или нет? Нет. Ах, нет. Слушайте, да кто такая? Соколова. Какая сын? Зинаида Александровна. Товарищ капитан-лейтенант, не собирайте толпу, не мешайте нормальной работе вокзала. Привезли? Как же, как же. Вот-то. Здравствуйте, товарищи. Знакомьтесь. А мы вас заждались. Очень приятно. Василий Васильевич, да? Ты займись митингом, а я пока гостей покормлю. Извините меня, Никита Егорович. У меня к вам небольшое дело. А у меня к вам большое. Хочу новый цех вам показать. Да нет, я... Не спорьте со мной, я здесь хозяин. Не терпится, да. Никита Егорович. Люблю похвастать, когда есть чем. Пошли, товарищи. Никита Егорович, здорово. Как нога? Проходит. Это наш центр нападения. Ну что, опять проиграете? Ну так, Никита Егорович, разве можно во время игры замечания делать? И по полю бегаете. Ясно, нервничаешь, ну и мажешь. А как же вас не учить? Понимаешь, Васю проходит по краю, навешивает мяч на центр, а он... Никита Егорович, Казани телефон. Бегу, а он бьет на 2 метра выше штанги. Ну, проиграйте мне только, я вам покажу. Садитесь, товарищи. Закусывайте. Паша, откройте карту. Казань. Казань? Пожалуйста. Казань? Казань? Молчит Казань.
Ясное дело, им лучше помолчать. Садитесь, садитесь, товарищи. Садись, моряк. Мое слово, Никита. Хоть под пиво тосты не полагается, но для порядка надо высказаться. Вот когда пустим третью очередь, я угощу вас шампанским. Никита Егорович, идите сюда. Идем, идем. Это вот все своими руками отстроили. Тут ведь кругом дикий лес стоял. Там, где этот новый текст стоит, была поляна. Так я на ней глухаря убил, честное слово. Вот он помнит, мы там оборудование сгружали. А лес мы еще дальше отодвинем. Там поставим три новых цеха, а за ними заводской стадион. Вот, брат, как. Ты что ты мне хотел сказать там? Никита Егорович. Я к вам вот по какому поводу. Да-да, Никита Егорович. Иду, вот, простите, пожалуйста. Казань? Казань? Ага, Василий Васильевич. Ну, теперь слышим из хорошее. А погода у вас хорошая? А настроение у вас хорошее? Нет, я не шучу. А детали у вас хорошие? Так, так, его, Никита Егорович. Василий Васильевич, мне надоело тебя усовещать. Я жаловаться буду. Как вы это? Моя? Да. Лаврентьев. Ага. Казань! Подожди, Свердлов, не мешай, я говорю. Василий Васильевич! Василий Васильевич, у меня сейчас товарищ Лаврентьев. Да-да, Лаврентьев. Не слыхал такого? Услышишь. Услышишь, говорю. Я попрошу его на обратном пути в Казань заехать. И к тебе в гости заглянуть. Никита Егорович. Казань. А черт, разъединились. Никита Егорович. Я тебя прошу, товарищ Лаврентьев, заезжай ты к ним на завод на денек. Наведи порядок. Извините, Никита Егорович, тут недоразумение. Я ведь к вам случайно попал. Я ведь не из комиссии. Как не из комиссии? Нет. Нет, нет. Так ты что ж, не из Москвы? Я из Москвы. Вообще-то я из Ленинграда. Но здесь я отстал от поезда, понимаете? Со мной еще одна женщина, артистка. Ничего не понимаю. А как же ты ко мне попал? Вот вам за помощью, Никита Ильич. Говорят, что у вас самолеты ходят на восток. Вот это здорово. А я тебя за самого главного принял. А ты, оказывается, загулял с артисткой. Ну ничего, ничего. Ваше дело, молодая. Садись, моряк. Так, Никита. Ешь, не расстраивайся. Раз земляк, ленинградец, будем выручать. Елена Григорьевна! Вызови да? Гончаренко, срочно. Сейчас. Сейчас придет Гончаренко, он парень покладистый. Доставить вас на Иркутск. Ешьте, товарищи. Народ на митинг собирает. А здорово у вас, Никита Егорович, на успехом будет. А мы тут победы. Так задумано. Ну, кушайте, кушайте, товарищи, пожалуйста. Здравствуйте. А, Гончаренко. Садись, закусывай. Благодарствую, я обедал. А я тебе не обедать предлагаю, а закусить и выпей пивка. Холодненькое. Не хочу. Какой-то несговорчивый сегодня. Никита Егорыч, я людей не возьму. Груз большой, погода, сами знаете, майская. Вот тебе и раз. Гончаренко и погода испугался. Людей я не возьму. Офицера не возьмешь. Ленинградца. Земляка не возьмешь. Ладно, хай грузится. Да какой у него груз? Он от поезда отстал. Правда, у него вместо багажа... Нет, больше я никого не возьму. Да ты не горячись, Гончаренко. Тут, понимаешь, женщина одна. Певица. Певица? Да нет, певицу я ни за что не возьму. Ну зачем ты так говоришь? Все же знают, что ты любишь артистов. Что же, ее одну здесь оставлять? Жинка. Жена. Артистку я все равно не возьму. Никита Егорович, я пойду, у меня время в обрез. Ну вот, все в порядке. Бери, моряк, мою машину, вези свою артистку. Паша, заверни к офицеру пирожков на дорогу. Я так и не понял, что он возьмет ее или нет. Уломаем! Ну, спасибо, большое спасибо. Давай, давай, поторапливайся. Счастливый путь. Пирожки-то, пирожки. Спасибо. В порядке. Всего доброго. До свидания. Смотрите, какое строительство. Где? Между прочим, я сейчас подумала о том, что вам теперь надо менять профессию.
Да? Почему? Кончилась война. Все люди будут заняты делом, а вы в каком-то глупом положении. Какой же мы сейчас плать под водой? Горинка лучше, она рядом. Идет, давай, не есть пирожки. Не хочу. А вы ешьте, а то будет поздно. Да ну. Ничего у меня с мотором не может случиться. А туман. Дали крюку. Теперь вот посидим тут. Как долго? А пока горючий не доставит. Вот второй случай в жизни. И все из-за артистки. Умно. Интересно, сколько времени может просидеть человек с такой кислой физиономией? Как вас зовут? Вася. А по отчеству? Семенович, да не зовут меня по отчеству. Отлично. Меня в таком случае зовут Зина. Зина. Так вот что, Вася, как вам не стыдно молодому парню злиться на весь мир, на туман и на бабу? Глупо. Знаете, вот вы злитесь, а я, например, рада, что попал в тайгу. Ведь интересно. Смотрите, какой костер. Где это вы наловчились? В пионерском лагере. Хорошее было время. А украинские тоже поете? Украинские не пою. А певица должна петь. А кто вам сказал, что я певица? А муж ваш сказал. Муж? Что ты уселся? Пойди принеси еще хворост. Ну что ты на меня уставился? Ты слышал? Пойди принеси хворосту. Я, Вася, кончила с отличием сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Да-да, не смотрите на меня так. Еду я на Дальний Восток сады разводить. Вы не дали такую ягоду, актинидию ананасную? Нет, не приходилось. А ягода замечательная. Крупная, как виноград. Сочная и морозов не боится. Комар. Мы ее скоро на всю Сибирь продвинем. А вы говорите, певица. Так то не я говорю, то ваш муж говорит. Мой муж шутник. А как зовут вашего мужа? Петр. А по отчеству? Павлович. Петр Павлович. Костер-то у вас совсем потух? Да, заговорили. О чем это вы? О нарядах. О жизни. Петр Павлович, вот я хочу вас спросить. Вы сами с Балтики? Да, а почему, собственно, Петр Павлович? Не Петр, а Федор.
Федя, Степан что-то недоволен. Ты в последнее время стал какой-то раздражительный. Я тебя просто не узнаю. А я всегда был раздражительным. Вон постель готова. Я не хочу спать. Там холодно. Обождите, я сейчас кожанку принесу. Ну что же вы решили о жизни? Пока еще ничего не решили. Я помешал? Нет. Говорят, важные решения нельзя принимать ночью. Надо дождаться утра. Пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Содержательная женщина. Закуривайте. Спасибо. Здорово вы меня обманули, санартист. Я, признаться, поверил. Как называется та ягода? Какая ягода? Ну вот та, которую она собирается разводить. Ягода? Чё, забыл. На языке вертится, сказать никак не могу. Да, какое дело затеяло. И вообще с ней разговоришься. Да не, к огню не подойдет. Ну, пойду к ребятам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Петенька, вот Васенька дрожь, что-то холодно. Гончаренко ушел. Можно перейти на вы. Простите. Пожалуйста. Но я никак не могу понять. Я чудом достаю возниц. С огромным трудом договорился с ним довезти нас до железной дороги, а вы здесь разгуливаете, понимаете? Любуетесь природой. Это уже ревность. Дура ты, дура. Прошу извинить. Ничего смешного здесь нет. Мне нет никакого дела до ваших поклонников. Но у меня командировочное предписание. Я должен явиться в срок. Так и ехали бы, а кто вас держит? Минуточку!
Вот вы человек замкнутый. Я никак не могу понять, что вам хотелось. Вот когда я была девчонкой, мне, например, хотелось открыть или изобрести что-нибудь очень важное. Смешно, правда? Нет, почему? По-моему, это не смешно. Увлекалась мировыми масштабами. А вот сейчас мечтаю об одном. Чтоб поручили мне небольшой участок. И буду в нем копаться с утра до ночи. И все? А вы считаете этого мало? Вот приедете ко мне на участок года через два. А? Тогда посмотрите. Приеду и посмотрю. Впрочем. Что впрочем? Ну, договаривайте. За участок ваш я спокоен, но желать надо больше. Русскому человеку всегда было мало своего участка. Он мечтал о счастье всего человечества. О переустройстве мира. Об этом я уже мечтала. Вы мечтали не о мире, а о себе. Вы хотели сделать что-то очень важное, чтобы прославиться. Верно ведь? Пожалуй, верно. Откуда это вы знаете? По собственному опыту. А у нас с вами действительно разные характеры. Я не знаю, я люблю новых людей. Мне интересно с ними. Вот вы женатый человек. А вы давно женаты? Какое это имеет значение? А вот скажите, вам никогда не хотелось встретиться с, ну, с какой-нибудь другой женщиной? И жена действительно была для вас всегда самым интересным человеком. М? Ну вот как вы считаете, можно прожить всю жизнь с одним человеком? А какой теперь час? Второй. Это по-московски? Я... Ну, какая разница? Здесь разница на 4 часа. По-московски, папаша. А, спасибо. По поводу того, можно ли прожить с одним человеком всю жизнь, я вам скажу следующее. Во-первых, вы еще очень молоды. Катька! А во-вторых... Катька! Говорил, ходи за свиньями. Машин мужиков любит. Девка на весь район знаменитая. Надо помочь. Далеко еще до станции? А? Теперь недалече. Километров 18. Да. Замерзла? Садись сюда. Так вот, накинь на себя. Нет, спасибо. А ты накинь, накинь. Вот. А где же твой моряк-то? Да вот пропал куда. Заскучала. Догонит. Жених, что ли? Что еще? Какой жених? Ладно, рассказывай. Тут сразу видать, к чему дело идет. Уговорит он тебя. Парень серьезный. И себе ладный такой. Красивый. Опять же, форма. Девки, небось, убивается. Я тоже. Молодой был, на девок злой. Ох, поплакали они у меня. Да, как женили, дети пошли. Утихомирилась крышка. Детей обязательно заводи, обязательно. Что вы еще придумываете? А ты не спорь, я постарше тебе. Детей непременно заводи. А как вырастешь, воспитуешь, и мы тебе спасибо скажем. Нам толковые люди нужны. Кому это вам? Нам, то есть государству. А как же? Ну, уезжай, ну. Я их уже и выворачивала, и чистила. Да. А мы еще раз выверним и почистим. Терпеливый вы. Завидный характер. Служба у нас такая. У нас без терпения и выдержки пропадешь. Дядя Егор, да что же ты среди двора свою колымагу поставил? А ну убирай-ка! Куда же я ее уберу?
Я уж вон и лошадь распрёк. Эх, дядя Егор, живешь ты давно, а все неорганизованный. А вы что тут делаете? Я тут жду. Чего это вы тут ждете? Вы что, эвакуированные? Из России? Я из Москвы. Из Москвы. Только что из Москвы? Да. Слушайте, а вы не знаете, скоро Москву пропуска отменят? Не знаю. Уж очень хочется съездить. Москву посмотреть охота. Да и вообще привести себе в приличный вид. Надька, иди-ка сюда. Иди проверь, Семен Иванович отправил горючее или нет. Сейчас. Ну ладно, пойдемте. На моей койке отдохнете. Мне уж теперь все равно, прилечь не придется. С моей бригадой только на том свете отдохнешь. Пойдемте. Свет подниму. Давите все песни пели, которые день победы празднуют. А наша победа завтра в поле. Садитесь, закусывайте. Спасибо. Уж скорее бы наши ребята домой возвращались. Соскучились? И до войны-то наш колхоз знаменитый на весь район был. Мы его за войну, знаешь, как тянули. Бригада улеглась. А куда ж Катька-то запропастилась? А мы встретили вашу Катьку. Где? У нее машина сказала. Да ну. Ей остался помочь один моряк. Моряк? Мой спутник. А-а-а. Ешь, ешь, я сейчас тебе чайку принесу. А в каком фильме моряк-то? Я бы с ним в глазком посмотреть на него. На-ка вот чайку. Прасковья Степановна. Не всех девок побудешь. Не хочешь чаю, ложись спать. Вон моя койка. А у меня еще дело есть. Во-вторых, тоже молодая. Все остальное это будет уж в-третьих. Можно ли прожить с одним человеком всю жизнь? Угу. И все это будет зависеть от вас. Почему? Как вам это объяснить? Ну, допустим, вы живете с человеком. Встречаете другого. Может, более интересного человека. Ведь новое всегда интереснее. Вот вы из-за этого нового меняете жизнь. А может, он интереснее на неделю или на год. Ну, пусть даже на год.
Вообще на свете много интересных людей. В этих жизниках в хорошем романе должен быть один главный герой. Но ведь у нас его нет. Нет настоящей любви. Мы ищем все нового. Спешим. Отсюда мой второй муж. Что вы молчите? Обиделись? А я не молчу, я слушаю. А почему я должна обидеться? Шум, холодно? Нет, немножко. А знаете, мне очень огорчило, когда вы сказали учительнице в вагоне, помните, что скучно прожить с одним человеком 40 лет. Как же это может быть скучно, если это настоящий человек? Ведь он же тоже не остается одинаковым, он же тоже меняется. Появляются другие мысли, другой размах. Становится умнее, вообще опытнее. Как же это может быть скучно? Возможно, любовь утихает. Да вернее, не любовь, а влюбленность. То есть приходит дружба. Впрочем, иди разберись, где любовь, а где дружба. Верно? Я не знаю, где граница между пламенем и дымом. Я не знаю, где граница между подругой и любимым. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Вы знаете, что я сейчас подумал? Никого не сердитесь. Что-то не ладится в вашей семейной жизни. Почему вы так решили? А я не решил. Я только подумал. Слишком серьезно вы слушаете мои разглагольства. Все. Знаете что? Я тоже сам бы решила про вас. Вы, конечно, решили, а не подумали. Почему? Уж слишком серьезно вы об этом говорите. Я еще успел поставить телеграмму Березина, чтобы вещи оставили в Чите. Серьезно? Да. Вам в мой вагон, а вам в девятый. Как в девятый? Как, у нас разные вагоны? Это ужасно. Садитесь, поезд отправляется. Давайте здесь.
все это верно. Пейте молочко, пейте молочко. Вот. Вы все-таки послушайтесь меня, послушайтесь. Ну зачем вам забираться в такой далекий край? Приедемте ко мне. Будете ведать, у меня культ работает. У меня богатейший край, у меня... Матвей Иванович, простите вас, перебор. Пожалуйста. Надо все же мыслить по-государственному. Поскольку товарищ имеет направление, зачем с пути сбиваться? Ну что вы меня учите всегда, Клавдий Семенович? Что вы учите? Что я для себя стараюсь? Культ работы в моем районе слабое звено. Надо выращивать свои кадры. О, слышите? Совершенно верно. Что совершенно верно? Что совершенно верно? Вы что, тут на собрании совершенно верно? Не понимаю. Давай, дружище, Байкал проспишь. Товарищи, свежие газеты. Дай. Третьего вагона. Вот как? Вы все-таки решили навестить меня? Да. Говорю с начальником поезда, обещал нас перевести в мягкий вагон. Чудесно. Правда? Чудесно. А вы думали обо мне? Думал. А что вы думали? Я думал, почему вы себе избрали такую странную профессию? Странную? Почему странную? Во-первых, я люблю природу. А потом очень мало садов. Они украшают жизнь. Погодите. Пройдет время, мы разведем такие сады. А вы приедете ко мне на участок? Обязательно. Со всем экипажем. Перед отъездом я был в художественном театре, смотрел трех сестер. Они тоже много думали о потомках, мечтали о прекрасной жизни. Они только мечтали, а мы делать будем. Вы же сами говорили, что человек должен мечтать. А когда вы были в художественном театре? Дня за два до отъезда, в субботу. Нет, правда. А где вы сидели? В отеле. А вы знаете, что я тоже была в этот день в художественном театре? Вы шутите. И мы не встретились. Поезд. Не наши. Проходите, товарищи, не мешайте. Не отвлекайся, ребят. Сеня, закрой дверь. Извиняюсь. Закрывай. Идем так. Мы не можем. Мы не можем. Простите, здесь наши места. Ваши места? Тогда другое дело. Давай. Ну, заходите, располагайте. Подвиньтесь, ребят. Давайте, чемодан. И вы что, здесь сидите? Да нет, только на один верх. Слабый пол. Мы международные. Поехали! Идите сюда к нам! Вы куда едете? Мы в Владивосток, а вы? А мы до Хабаровска. До Хабаровска? Вы соседи! Мы геологи! Девушки, хватит
запрещать. Давайте решим, товарищи, и разойдемся, а то неудобно. Да нечего решать, я предлагаю форсировать перевал и разведать ущелье. Да, ну, если пойдем, то только в обход. Вот через перевал, вот только в обход. Через перевал, в обход. Да, подождите, товарищ капитан лейтенант, вы как бы пошли, в обход или через перевал? Да я бы... Через перевал! Помолчи, не надо, помолчи. Это мальчишество! Через перевал! Пассажиры, последний раз предупреждаю. Убить его. Ну, действительно, товарищи, стыдно расшумелись, как студенты. А мы уже не студенты. Послезавтра у нас первый рабочий день. А мы послезавтра. Ну, завтра же гостили. Ребята, хватит спорить, надоело. Поем лучше наш прощальный студент. Оформленные дети. Дай на гитару. Передай гитару. Ой, боже мой. Он не свой. Дует ветер молодого всех растял. Да свидание в городе камням. Нам судим дорога, ты веселых много. Отвечают новые друзья. Не грусти, не грусти. Здесь любовь, здесь любовь, здесь любовь. Твоя жара, друга мой. Слышите, это говори, не веди, который крик, крик, а ты, ветер, пусть любовь. Не грусти, не грусти, песню пою, песню пою, песню пою, это жару живой. Слышите, это говори, не веди, который крик, крик, а ты, ветер, пусть любовь. Счастье, слава, победить, а вместе прийти, боевая молодость пути. Будут на желании минут расставания, кто найдет, кто хочет там найти. Не грусти, не грусти, песню пою, песню пою, песню пою. Я нашел друга мой, уже хабар. Ну, за что же мы выпили, а? Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте выпьем за нашу дорогу, за наше знакомство. И за вас, за ваши успехи. Спасибо. И за ваше счастье. В общем, чтобы все было хорошо. Спасибо. Завтра утром мы будем в Владивостоке. Да? Стоит только подумать, что завтра утром мы должны расстаться. У вас не портится от этого настроение? Знаете, мне кажется, нам сейчас самое время расстаться. У нас с вами была чудесная дорога. Еще доброго. Любимся друг друга. Вам-то ничего, мне мучит. А почему мне ничего? Вы молодая. Сергей удивительно однообразно. Да. Вы молодые чаще влюбляетесь, быстрее забываете. А вот мы, пожилые, влюбляемся реже. Эта влюбленность может перейти в любовь. Так это великолепно. Вероятно, это называется счастьем. Выпьем за счастье. Ведь ничего, что второй раз. Счастье этого заслуживаем. Это называется счастьем, когда люди свободны. Во всех остальных случаях это называется несчастье. Вы по обыкновению правы. Почему нет вечера играет грустно? Я не хочу здесь. Уйдем, дядя. Еще
в полях белеет снег. Все-таки самое грустное на свете – это встреча в пути. О чем вы думаете? А я все думаю о ваших словах. О том, что во всех остальных случаях называется несчастье. Вы же сами сказали, что я прав. Правы. Конечно, правы. Вы же всегда правы. А вот со мной случилось это несчастье. Я полюбила вас. Ну и не огорчайтесь. Я ведь молодая. Мучиться не буду. Это быстро пройдет. К завтрашнему вечеру уже все выветрится. Давайте лучше молчать, а то мы поссоримся. Вы славная девушка, Зин. Вы самая славная из тех, кого я когда-либо встречал. Дай когда-либо встречу. Вам это не напоминает объяснение в любви, а? Нет, не напоминает. Дина. Чайку. Если обидитесь, не перебивайте. Я подумал о том, какое бы это было счастье, если вы встречали меня на берегу после плавания. Конечно, очень важно воевать, плавать, делать свое дело честно и хорошо. Но хочется, чтобы тебя встречал не только контр-адмирал, но у вас своя жизнь, и незачем кружить вам голову. Я хочу смотреть вашему мужу прямо в глаза. Не уношу эти письма до вас, требования тайной встречи в кино. Я ведь не женат, но меня не устраивает, если мы это будем делать тайком от вашего мужа. Можете меня называть человеком рассудка, ханжой, там, кем угодно. Но мы не должны опускаться до какой-то вагонной интрижки. Я слишком люблю вас для этого. Вот. Спокойной ночи. Кажется, вы все-таки обиделись. Вот вы подумайте и поймете, что я прав. Вы должны понять. Вы же умница. Вы мне нужны на всю жизнь. Или... Не знаю, умница я или нет, но про вас я об этого не сказала. А теперь вы меня слушайте и не вздумайте притворяться спящим. Да, я ждала вас. Мне так хотелось, чтобы вы поговорили со мной. А вы пришли и стали нести какую-то околесицу. Неужели вы могли подумать, что меня устраивает вагонная интрижка? Вы мне нужны на всю жизнь, или... Идите вы к дьяволу! Могу вам сообщить, что у меня нет мужа. Я бы хотела встретить человека, с которым мне было бы интересно всю жизнь. Я бы хотела выйти замуж. Как я могу это сделать, когда вы, даже вы, оказываетесь таким неумным и нечутким человеком? Все время кричите, вы молодая! Обращайтесь со мной, как с прожженной дамочкой! Я вам не желаю спокойной ночи. Я вам желаю беспокойной ночи. Чтобы вы подумали и хотя бы в будущем с большим уважением относились к женщинам. И даже к дорожным спутницам. Зина, постойте, послушайте, да вы не так меня поняли. Молчите! Я не хочу слышать вашего голоса.
вчерашнее. Так, уже приготовились. Владивосток. Дальше ехать некуда. Папа! Зинаида Александровна, вы же сами сказали, что важные решения нельзя принимать ночью. Нужно дождаться утра. Мало что я говорила. Где они? И мало что я делала. Василиса! Аркадий, вот они! Прибыли странники, путешественники! Здравствуйте, Зинаида Александровна. Замучились? А мы с Марьей Ивановной и Федорова о вас рассказали. Ну, когда ехали? Аркадий, забирайте подарок. Профессор ваш? Профессор. Они вчера вас встречали. Но я им все рассказал. Ну, а вы как? Все ссоритесь или помирились, а? Да где Софич? Софич, а вот он. Ну-ка, забирай вот вещи. Ну, проходи, проходи. На чемоданчик я возьму. Спасибо, я сам. Насыльщик! Насыльщик! Давай, давай, дорогой, что ты делаешь? Дина, скорее. Дина, вот она! Дина, куда? Женок. А, наконец-то, коллега, здравствуйте, здравствуйте. Валентин Петрович, цветы совсем завяли. Надюш, ты к вчерашнему дню готовишься. Хорошо знакомиться. Лаврентьев. Леденцов. Лаврентьев. Здравия желаю. А вы тебя вчера с вечерним еще, Лаврентьев. Вы нам совсем не радуетесь, Зинаида Александровна. Почему вы нам так мало радуетесь? Винтин. Не улыбайтесь, не улыбайтесь, отвечайте. Забыли, что за молчание я ставлю единицу. Познакомьте нас с вашим попутчиком. Кстати, вот он идет. Извините, Зинаида Александровна, можно вас? Дина, мы с вами взрослые люди. Мы можем с вами ссориться. Как же мы можем так расстаться? Вы понимаете, что мы можем сейчас разойтись и больше никогда не встретиться. Но ведь вы обещали приехать ко мне на участок. Со всем экипажем. Приезжайте. Приезжайте скорее. Я буду рада вас видеть. Нам еще о многом надо поговорить. Ведь мы еще почти совсем не разговаривали. Николай Петрович! Как тебе понравились наши новые друзья? Она не обернется.